Несмотря на присутствие Александра Хука в Донецке, украинские силовики не уменьшили свои обстрелы, а наоборот, увеличили их интенсивность. За прошедшие сутки 365 раз обстреляли территорию республики. Противник выпустил 267 мин из минометов калибром 82 и 120 мм. Также противник обстрелил территорию республики при помощи БМП, стрелкового оружия и различных типов гранатометов. Приказы на обстрел территории республики отдавали все те же военные преступники – Соколов, Красильников, Шафтало, Мельник. Наиболее интенсивным обстрелом с применением тяжелого вооружения, запрещенным Минскими договоренностями, подверглись следующие населенные пункты республики – Зайцево, Азаряновка, Горловка, Пантелеймоновка, Докучаевск, Ясная, Веселая, Ясиноватая, Спартак, Жабищево, Саханка, Коминтерна, Петровский район и район Вольво-центра аэропорта город Донецк. Разведка Донецкой Народной Республики продолжает фиксировать сосредоточение сил и средств вдоль линии соприкосновения. Так, в районе населенного пункта Константиновка, 25 километров от линии соприкосновения, обнаружено прибытие 20 танков. Степное, 7 километров, обнаружено 10 танков. Бокчевик, 13 километров, обнаружено прибытие взвода РСЗО БМ-21 «Град», 4 танка и 5 автомобилей «Урал» с боеприпасами. Все данные о нарушении Минских договоренностей были переданы представителям СЦК и миссии ОБСЕ. Преступное военно-политическое руководство Украины увеличивает и концентрацию сил и средств вдоль всей линии соприкосновения. Особое внимание уделяется провокационным действиям в отношении мирного населения армии Донецкой Народной Республики. В глазах мировой общественности официальный Киев демонстрирует нежелание и полное отсутствие понимания в решении конфликта на юго-востоке мирным путем. Мы вынуждены констатировать факт, что действия украинской стороны все больше набирают обороты по эскалации конфликта. Армия Донецкой Народной Республики готова к отражению агрессии, а политическое руководство республики делает все, чтобы предотвратить данный сценарий развития событий.